слушатели мои, привет. Вот не прошло и года, я уже сижу в поезде. Я решила записать эту болталку, так называемую. Ну, это не будет совсем такой длинной болталкой. Короткая будет болталка. Я просто... Ну, во-первых, хочу сказать, что я, значит, еду... Вчера мне пришел мысль, вот, что я давно вам обещала Кастелло Риволи, где Риволи, да? Вот так в итоге я 2 месяца, как я вот обещала, да, если съездить, я так и не съездила. Ну, вот и я такой человек, вот у меня мелькнула мысль, и все, вот мне надо ехать. Ну, потому что я сегодня выбирала направление, в общем, и мне нужно было где-то что-то около Турино, да? Вот. Ну, и чтобы долго, вот понимаете, это надо знать мой мозг. Люди некоторые меня пытаются там просчитать, как я делаю, как я что, как я готовлюсь. И абсолютно, у меня очень... Ну, для многих людей непонятное мышление, что поделать. Во-первых, я очень... Бывает, я торможу. Но на самом деле у меня очень быстрое мышление. Я очень быстро делаю все, быстро соображаю. Скорость просто. За мной не угнаться. Даже дочка за мной не может угнаться, красавчик. Поэтому... Блин, там начинается. Как только до этого никто ничего не писал, как только начала болталку делать, так начинается... писанина. Вот, дело в том, что я вот, у меня вот немножко как-то вывернуто мозг, значит, сделан, что я не планирую долгосрочные проекты, я не планирую в плане того, что куда ехать, что я буду делать, что я буду снимать. У меня бывает такое, что я предполагаю, я это выполняю, но практически никогда это не делается. Практически всегда я сходу придумываю что-то и, значит, еду. Вот, смотрите, 1,5 года я работала как Папа Карло, да, вот, значит, делала видео. Никто, в общем-то, не интересовался, как и на что я живу, как я это все делаю. Девчонки, вот, которых я люблю, ну, они из-за тактичности не спрашивают, как бы, вот, значит, довольствуются видео, да, но теперь все больше и больше у меня становится народа, и люди уже не довольствуются, да. То есть, то, что я делаю много видео, теперь мне это уже приписывают как негативное. Ну, это понятно. Я говорю, что человек такое существо, которому вот хоть медом корми, но в итоге он подумает, что его хотят убить, да, закармливать, потому что его должны на убой, да, потом повезти. В общем, теперь от того, что я, значит, мне предъявили, что как это ты так делаешь много видео, как ты заливаешь, вот понимаете, я должна ответить на этот вопрос, потому что если я не отвечу, да, то мне предъявят, что я, значит, не знаю, что мне можно предъявить, вы понимаете, что мне можно предъявить, то есть... Это такая ерунда, когда мне пишут, что на чьей вы стороне, на кого вы работаете. Я с удовольствием жду на кого-то работать. Я вам серьезно говорю, потому что столько сил, сколько я вложила в свое дело. Я, понимаете, живу в капиталистической стране. Здесь нужно работать. Я уже 150 раз говорила, чтобы заработать копейку, я работаю по правилам YouTube. Вы понимаете? Я решила когда-то, что... Подписчиков у меня нет, подписчиков у меня нет, да, просмотров у меня нет. Значит, что нужно делать? Значит, нужно делать много видео, правильно? Чтобы получить, это была моя первая аксиома, к которой я пришла. То же самое у меня было с дочкой с теннисом. Мы когда начали с ней делать турниры с дочкой, она была никто, вот. Но чтобы сделать классифику, нужно было... добывать очки. И что я сделала? Я просто записала ее во все турниры, какие только были вблизи. Вот. Чисто по-математически, что будем играть как лотерею, правильно? В смысле, что-то она выиграет и будет очки зарабатывать. Ну, так как она талантливая, я была уверена, что она будет. Да, у меня были проблемы с клубами, я записывалась сразу одновременно там в 4 турнира, потому что, например, проиграть первый тур, да, где-то, мы едем завтра там в другое, понимаете? Почему-то клубом, причем при всем этом ты платишь деньги, да, за участие
Но клубам это не нравилось. Вы знаете, как они со мной боролись? Это просто вообще невероятно. Вы знаете, что меня даже судили в трибунале каком-то теннисном. Представляете, даже есть такое, да? У теннисной организации есть свой трибунал, меня судили, и мне присудили штраф 250 евро, потому что я там перепутала, потому что у нас было очень много турниров. Я перепутала, они приехали на один турнир, и я не позвонила, я просто вообще забыла про него. И они подали на меня в суд, представляете, вот. То есть я как бы злостная, хотя я им на каждый турнир платила, да, деньги. Вот, ну вот один турнир забыла, бывает такое, на кого-то там, на старуху бывает проруха, да, в общем. Вот, вы понимаете, то же самое у меня была такая же тема с YouTube, что я решила делать много видео. Благо, тема у меня есть и энергия есть, вы понимаете. Самое главное, и, кстати, дочка моя за год добилась очень высокой классификации. Это просто чисто математически. Потом она стала выигрывать турниры. Потом не надо было так много турниров участвовать. Но, кстати, это было, вот вы понимаете, постоянная гонка, это было лучше, чем когда что-то ты добиваешься и расслабляешься. Вот. И когда я начала свой канал, да, потому что я была под крылом, знаете, кого, мамы Чоли. Вот, потом я от нее ушла, естественно, все альтернативщики меня просто дружно игнорировали, хотя до этого, когда я была на ее канале, там все меня хвалили, там, ну, как бы, вот, Лида нашла, ты же находишь людей, там, да, как бы, там, это, да, хотя, то есть, я же работала, да, как бы, вот, и я там тоже много ей делала видео, она может подтвердить, что уж работоспособность у меня есть, вот, и... Значит, мне было очень тяжело начинать, потому что я начала в январе 21 года. Вот, никто меня не хотел смотреть, естественно. Я просто стала делать видео. Много видео. Я работала впустую полтора года практически. Вот мой рост, первый мой рост случился в сентябре того года, сентябрь-октябрь. Но потом 500 человек отписалось, да? И опять меня никто не смотрел. Вот. А потом, вот... С весны начался рост. Но вы понимаете, ребята, это правило, не знаю, мне кажется, любой деятельности. Если ты постоянно работаешь, постоянно это делаешь, результаты все равно придут. Понимаете? Придут. Это просто нужно делать. Я раскусила просто, что в YouTube нужно все равно, я уже это сказала, когда в Роме была, в YouTube нужно человеку показывать все равно. Это все равно как YouTube идут не слушать там каких-то дяденек и тетенек постоянно. Да, можно послушать там иногда. Но вы понимаете, ведь эти дяденьки и тетеньки все равно все говорят одно и то же. Ну вот открыли какое-то важное открытие и будут ее 3 года мурыжить, значит, с утра до вечера. Я, наверное, уже принадлежу к другому типу уже человечества, не знаю, виртуально какое-то, не знаю. Я считаю, что если ты смотришь что-то, то нужно переучить смотреть глазами, вот. А потом там слушать, там, понимаете? Ну, я вот такой, я не знаю, мой контент направлен на людей, которым нравится смотреть. И поэтому у меня есть моя теория, да, но я не давлю ей, потому что я считаю, что все равно прежде всего нужно показать, вот. И нет, никто за мной не стоит, а вас интересует, кто меня спонсирует. Вы представляете, просто людей вот вообще волнуют вообще мои денежные вопросы. Да, а при всем то, что помочь мне, да, вот, например, да, хотя вы там донаты там Марату, да, там Марату там донаты за что? За то, что он пыхтит там, я не знаю, там вам глаза открывают на что-то, да, и ему донатики, да, как бы, вот. А человек вам показывает бесплатные практически экскурсии, да, просто, ну, грубо говоря, я вообще ненавижу это слово экскурсия. Вот. Нет, вы меня лучше спросите, на что ты живешь, да, чем вы мне скажете, давай мы тебе там скинемся. Я, понимаете, я не прошу, но моя работа именно затратная. Именно затратная. Вот. А вы вот прямо вот хотите, вот кто тебя спонсирует? Вот Путин меня, понимаете, самолично спонсирует Путин там. Я не знаю, там злые силы меня спонсируют. Жижа меня спонсирует, понимаете? Она мне золотую карту написала, да, и она постоянно пополняется так, знаете, ду-ду-ду-ду-ду-ду, такие там, знаете, эти осьминожки прибегают, да, и пополняют мою карту, да. Вот, я бросила практически все, что я работала, я бросила, чтобы работать вот в этом направлении. Потому что, я почему объясню, потому что я не надеюсь никаких подписчиков, да, абсолютно. Я надеюсь на просмотры, вот. В YouTube все честно, вы понимаете, пусть это хорошо, вы можете сказать, что это мизер, пока это мизер. Вот на данный момент вот у меня
там, ну, я начала расти всего лишь с марта. Я начала расти всего лишь с марта. Я просто вам рассказываю все вот эти вещи. Значит, на данный момент, на сегодняшний день, я заработала за все $70, которые у меня $69. Я могу начать выводить доллары с 70 на карту на свою, да? Вот. Я не знаю даже, как это делается еще. Я это даже вообще нет. Пока у меня не дойдет, я так решила, пока не дойдет у меня хотя бы до 250, я трогать не буду. Вот. А это непонятно, как дойдет. Ну, дойдет, ребятушки. Дойдет. Если не сдохну, конечно. Но я ни на кого не работаю. Меня спонсируют, да, мне помогают мои друзья. Вот. Иногда бывает, у меня подкинется работка, но я не буду говорить, какая. Но это мелкие деньги, но мне на проезд хватает. Я уже, девочки, знаю, что в том году я вообще ездила бесплатно. Вот до Торино я практически никогда, вот когда я езжу, часто я беру этот поезд, я практически никогда не плачу. Вот, ни туда, ни обратно, потому что здесь не проверяют. В том году до Вероны, до Мантовы я все поезда брала бесплатно. Понимаете? Заливаю я, как только я приезжаю домой. Сначала я снимаю, без перерыва, без еды, без ничего. Так как я работаю практически всегда одна, то у меня некогда ни с кем-то, ни разговаривать, ни отвлекаться. Я не отвлекаюсь, я сразу приезжаю. У меня есть, может быть, как мне многие говорят, что это корни немецкие, да, срабатывают. Я не знаю. Есть трудоспособность, понимаете, потому что у меня есть желание покорить YouTube, да, вот. То есть вот за такие просмотры, которые у меня вот такие-то деньги, маленькие. Но я работаю пока... Вот сейчас больше мне доверяют, как бы друзья вкладываются, то они видят, что, в общем-то, это не такие же большие деньги для них, понимаете? Я трачу деньги только на поездку, например, например, когда до Ромы едешь, то ты не можешь без билета поехать. Вот, потому что там на быстрый поезд тебя не пустят, просто поезд, да? А вот такие поезда я беру бесплатно часто. Не ем, не пью, хожу, снимаю, ребятушки. Ну, и даже это вы мне можете придумать, понимаете? Ну, смешно. Что? А уж мою работу не трогайте, пожалуйста, потому что вы можете обсирать мою теорию. Мои два слова я не могу связать, я не знаю, там, я картавая. Что, меня уже картавая, меня уже заколебали. Вот, слава богу, с другой стороны, я еще рада, что я живу в Италии, потому что здесь картавость – это классно. А у нас, оказывается, в России это ужасный минус. Вот, что еще у меня там? Ну, там, туфту говорю, это понятно, это уже, там, знаете, там, это не знаю ничего, не образованная, не культурная, хамка, матом ругаюсь, вот. Но одно мне не отнять – это работоспособность. Вот, и поэтому… На данный момент более чем я работоспособнее, сложно найти. Потому что у меня есть идея, у меня есть мечта. Я хочу покорить YouTube. Что такого? Что в этом такого, я не понимаю. Вот, я не хочу никакой мир переделать. Потому что для меня я уже все вижу, понимаете? Я даже не настаиваю на своей теории, сейчас делайте и говорите, что хотите. Мне, в общем, просто, я-то знаю как, и я уже очень много об этом всем говорила, но достаивать на этой теории я не собираюсь. Если вам нравится жить старыми постулатами, там, что там кто-то что-то строил, какие-то цивилизации были, какой-то поток был там смешной, да, после которого все отмыли, все это, да ради бога, думайте. Но вы не трогайте мою работоспособность. Ну, теперь можете потрогать, да? Как бы я сказала, теперь будете меня. Поэтому просто если не лениться, а вставать там 4-5 утра, сегодня встала в 6-5, 6.30, это даже поздно. Вот. То и работать, именно когда снимаешь, не отвлекаться, а работать. 2-3 часа – это уже 20 видео практически. Вот, я сразу вам скажу. Я ничего не обрабатываю, я могу максимум только соединять видео. Максимум я могу соединить. Ну, спрашивайте, как я живу, да, как я себя содержу. Ну, что, как-то получается, пока получается. Вот. Люди в меня верят, вот, мои друзья-итальянцы. Сейчас это, сейчас, не сейчас, а просто, судя по тому, как у меня будут подписчики расти, вот, у меня придут какие-то мелкие спонсорства. Ну, там, например, там, я не знаю, там,
рекламировать велосипед там или там, я не знаю, там, там. У меня есть друзья разных бизнесов там. Напиток там, я не знаю. Потому что, в общем, когда мы в горы идем там, уже многие нас смотрят, итальянцы, когда мы в горы идем. А уж в горах-то много чего можно рекламировать. Это такой бизнес, что вообще. Ну вот я добиваюсь, что это было. Почему бы и нет? Тогда я смогу себя обеспечить, тогда я могу больше, лучше контент делать, вложиться в технику там, в программы там. То есть, может быть, поменьше действительно снимать, а побольше обрабатывать. Но хотя мне нравится живая съемка. Мне нравится вот так работать, как я работаю. У меня со мной все. У вас у многих со мной неполадки, а у меня со мной все прекрасно. Поэтому все, едем в Castello Rivoli. Я вижу, что Рома вам все время нравится. Рома у нас будет на повестке дня постоянно. Рома. В Рому будем приезжать. Сейчас у нас будет, кстати, я забыла про Францию. Вот я сейчас в Лион еще съезжу. Если хотите, я вам все цены на билеты буду говорить. Вот до Лиона доехать, например, 42 евро. Туда 42 евро ватность. 84 евро. Если обратно, да, Andata Return, это как это, в один день, да, туда-сюда. Скорее всего, даже будет меньше два раза. Я посмотрю потом. Но если хотите, я вам вообще все цены на все, на что я трачу, я буду говорить, тогда вы будете знать вообще все, каждый мой шаг. Я просто не говорю там, ну, в Castello зайти, вот 3 евро было, вот, я, кстати, часто говорю цены. Вот 3 евро мы заходили в этот Castello на той неделе, Берес, 3 евро, да. Сейчас не знаю, посмотрим, сколько будет, потому что то, что написано в сайте, и то, что там на самом деле, может разниться. Вот, поэтому все, увидимся в Торино. Больше не буду распинаться. Пока-пока. Thank you.